хотел прочитать вам записочку, которая меня сегодня очень умилила. Панихида о упокоении рабов Божиих. Степана, Матроны, Павла, Фомы, Парфена, Виндея, Ирины, Фильки, Любы, Кузьмы, Анны. Я так сейчас хорошо вспомнил. Вот я молодой человек, но я еще застал вот эти имена людей, родившихся до революции. Я был мальчиком, но я помню у бабушки в деревне, я помню деду Фильку, я помню Виндея, Парфена. Это вот еще было мы еще свидетели тех людей, которые были рождены еще до революции. А смотрите, еще до сих пор у кого-то в ходу и вот эта транскрипция вот этих имен. Для кого-то еще есть дед Филька, Парфен. Я говорю, я еще молодой человек, а за стол, а все это уже ушло. Вот эти люди, рожденные до революции, которые еще вот полвека назад еще так назывались, уже никогда не будет. Вспоминаем бабушек наших, родителей, которых уже никогда не будет. Все, ушло, нет. Только вот в одну сторону, в другую сторону нет. Девчата молодые, где наши девчата молодые? Вот вы скоро старухи станете. Вот поверьте мне, не успеете оглянуться. Не успеете оглянуться. И в связи с этим, вот когда мы чувствуем время, какие-то сиюминутные сладости по сравнению с то, что мы теряем вечность, к бирюльке, суета-сует. Да, Сара? Как будто не жила, да? Только вчера вроде бы с мамкой за ручку ходила. Сейчас уже старуха дряхлая уже.